не так. Будьте добры, присядьте, пожалуйста. Мы начинаем наш небольшой концерт, в котором 5 всего номеров, так что все не устанут, я надеюсь. И откроет концерт выпускница класса Юлия Лукьяненко Вера Соловьева. Она сыграет этюд Листа «Фа минор».
слышал, что конкурирующая фирма дудит за стенкой, и пора их, наверное, выпустить на сцену, чтобы они не отвлекали остальных. Сейчас выйдет поиграть выпускница класса Федора Васильевича Шалаева, Ольга Иванова. Она сыграет пьесу Мариса Равеля «Вокалист в форме хабанеры». Концертмейстер Елена Шалаева. Конкурирующие за окном, они там, да? Ну, прикольно, они стараются. Хотят поступить, видимо. Значит, следующий участник – это выпускник класса гитары у Бориса Ивановича Лазарева Валерий Спирин. Он исполнит пьесу Антонио Лауро, которая называется «Мария Каролина».
теперь на сцену выйдет выпускница вокального отдела Вероника Лунникова, класс Светланы Чуклиновой, концертмейстер Евгения Бургарт. Она исполнит арию английского композитора Генри Пёрсела из оперы «Королева фей». Наш концерт выпускник класса Алексея Комарова, лауреата премии президента России, Константин Крившенко. Он сыграет саратовские переборы Кузнецова. Thank you.
концерта не сыграл, чтобы у него не тряслись вообще все подруги от страха. Так что, можно сказать, при этом мы ничего не заметили, вроде бы, да? То есть, можно сказать, это образец того, как преодолевать себя. На концертах кого-то получается, кого-то не получается. На этой позитивной ноте наш небольшой концерт закончен, и мы предоставляем слово выпускникам. Если вам нужно что-то приготовить, то, пожалуйста, сейчас у нас будет сюрприз от тех, кто закончил школу.